Внимание. Я вспомнил песню, которую пел, мне повезло тоже, сейчас я попытаюсь, там песня про путч 91 года. Наш дядя Миша на солнце грелся и развалился, и разбалдился, лежал, тащился у края моря, к нему подкрался тут дядя Боря. Сейчас я спою кусочек, вы поймете, в чем дело. Это мне дико повезло в жизни. Русская народная песня с еврейскими припевками, посвященная событиям августа 91 года. Дядя Миша Михаил Сергеевич Горбачев, дядя Боря Борис Николаевич Ельцин, дядя Дима Крючков, дядя Митя Язов, ну и так далее, далее по тексту, все поймете. Наш дядя Миша на солнце грелся, и развалился, и разбалделся, лежал, тащился у края моря, к нему подкрался тут дядя Боря. Был дядя Боря дурной и злючий, он в коридоре все кошек мучил, кричал вороной, не мылся в бане и макароны. Таскал руками, хор поет. Дядя Боря паразит, от него вином разит, голова его пуста, вечно падает с моста. А дядя Миша любил потише, любил порядок. Наш дядя Миша любил консенсус, и не иначе, и перестройку хотел все начать, хор поет. Опа, опа, надо б новобраться, и опа, опа, всем быстро ускоряться. Вот дядя Боря хватает палку, ему консенсус совсем не жалко. Он справа дышит, глядит уродцем, и к дяде Мише тайком крадется. Кто испугались таких событий? У дяди Миши есть кореш Митя. Он весь в наградах, мундир наряжен, и тут же рядом стоял на страже хурбет. А мы ракетные войска, нам любая цель близка, наши славные ракеты не распроданы пока. Вот дядю Мишу, вот дядю Борю увидел Митя и забоялся, что будут бить их, что из-за Миши, который дядя, и Мити валят, сейчас не глядя. Он дядю Мишу хватает срочно и засыпает его песочком. Тут содрогнулась земля, планета. Вот был дядь Миша, а раз и нету, хор бы. А мимо Мишкиного дома я без шуток не хожу, то доллар в окно засуну, то свой паркер покажу. А дядя Миша в песок зарылся и там угрелся, там угнездился, лежал, тащился, там с тетей Раей они ж консенсус вдвоем играли. Вот-вот, вот-вот подходит уже развязка. Дядь Борь, дядь Митя загнулся ласки, песка насыпал ему волосья и в темный угол поставил носом. Все, конец уже, все. Мораль, ребята, вполне простая. Где дядя Миша, где тетя Рая? Стал главным Боря, везде разруха, везде табани. Рубашка такая туристская, везде порнуха, хорбет. Судачить можно всяко, я скажу, без дурачков. И построил эту бяку хитрый дяденька Крючков. Все, спасибо. Вот. Юра, представляете, я бы мог стать великим русским бардом, если бы вовремя эту песню записали бы, и мы ее бы в интернет засунули. Тогда еще интернета не было. Ну и вот, у меня был концерт 90... Это у нас был 91 год, в 92 году летом. В музее Маяковского, нашем любимом. Я эту песню спел в конце первого отделения. В перерыве ко мне подходит офигевшая совершенно Ирка Грозейская. И говорит, ты что, с ума сошел? Я говорю, что случилось? Она говорит, а мы пригласили Таню Дьяченко, и у нее машина сломалась. Она не приехала. Иншалла, да. Дуракам везет, называется. А я Таню Дьяченко знал, я вообще, что, я не знал, что есть Таня Дьяченко на белом свете. То есть я фамилию Дьяченко, это не, я знаю, что это, ну, суть по фамилии, видимо, с Украины люди. А что это, кто это вообще, непонятно. Ну вот, понимаете, да, дуракам везет.